Эти кадры на мобильный телефон сняла хозяйка дома Венера Пак. Кабан вел себя агрессивно, поэтому женщине пришлось обратиться в полицию. Ребята стали подходить к нему, но он набросился, побежал в их сторону. И мы стояли за воротами с мужем, и они забежали к нам за ворота и стали стрелять. На машину даже кидался. Да. Вы испугались? Мы испугались очень, поэтому позвонили в полицию. Так как кабан вел себя действительно агрессивно и нападал на хозяев и полицейских, было принято решение о применении оружия. Мы незамедлительно выдвинулись по данному адресу. Прибыв на данный адрес, как бы увидели кабан, действительно агрессивный, со рта идет пена. Начал выдвигаться автомобиль, он начал грызть его за бампер, он начал сгонять. Повернулся кабан на нас и начал бежать в нашу сторону. Мы открыли огонь стабильного оружия. Полицейские застрелили угрожавшее безопасности людей животное. Никто из жильцов садового товарищества не пострадал.